Друзья, привет! Была гонка Формулы 2, много машин пострадало. Меняют барьер, привезли секции новые. Хорошо, что вся техника на подхвате. Тут же и эвакуаторы прибыли, и уборщики, и люки вон проверяют. Все. А вон еще один едет с болидом, смотрите. С формулы, то есть. Вон. Заезд не снимала, у нас гости. Сейчас пришли, еще придут. Короче, снимать некогда. Поэтому сейчас просто маленький у меня перерыв, передышка небольшая. Жалко вот этих всех пилотов, кто сошел с гонки. Очень жаль. Ну, вот так вот такой вот экстремальный вид спорта. Не каждый может заняться таким спортом. Формулы 2. Формулы 2. Болиды, да, называются они? Болиды Формулы 2. Бедные. Вот подъехал эвакуатор. Сейчас его погрузят и увезут. Там еще одного везут, смотрите, вон. Что-то прям повальное. Что это, боже, ужас. Что они его недостаточно подняли. Еще надо чуть-чуть. А вот и туристы. Мне помахали. Привет. Да, это у нас, ну я не знаю, кто это, гости. В
важные люди. Какое-то повальное уничтожение этих машин, не знаю. Еще идет эвакуатор. Пилоты. Круг почета по трассе. Но как я могу вам не снять? Поэтому видео выйдет под кодовым названием «Что я вижу с балкона?». Начало заезда, все балконы, все приготовили свои телефоны, все ступеньки заняты болельщиками. Сейчас поедут. Зеленый флаг. Я для нее шекинскую халву заказал. Ой, спасибо, Азик, спасибо. Это через несколько дней ладно, будет. Хорошо. Свежее. Ладно. Так что я шучу. Спасибо. Я не шучу. Пришли наши друзья. Спасибо.
Ну как они проехали? Гена у мамы на балконе. Закончена гонка. Победители вы знаете. Друзья, до следующей формулы. Пока. Всем всего доброго. И вот такая тишина. Теперь будет целый гон. Ура! Друзья, пока!